Carlo Sanchizi. Buonasera. Buonasera. Carlo. No, scherzando. Ciao. Buongiorno. Giovani artisti. Сейчас я вам буду представлять всех. Вот старые двери, вот видите, он рисует. И здесь все. Вот наш пришел мэр нашего города. Я Лоренцо Валенти, президент нашего фонда Карло Санчизи. Это потише сделать. Это Джиджи Матей. Все вас приветствуют. Это наши Валентина и Катерина, наши работники здесь фонда. Все собрались, чтобы вас поприветствовать. И обнял. La città di Ucraina, seconda città come grandezza di Ucraina, dopo Kiev c'è Kharkov, e loro sono giovani, come voi vedete, giovani pittori. Я представляю вам Елену Придувалову из Киева, Катерину Касьяненко, Алексея Аполлонова и Давида Шарашидзе.
Мне очень было интересно Тонино именно в том плане, что он очень многоплановый, очень многосторонний художник. Он не писал только сценарий или не писал только картины. Или он, вот к чему он и прикасался, в принципе, он делал на шедевральном уровне, я могу это очень смело сказать. Видно было, что у него столько внутреннего творчества, что из него выхлёстывало уже так вот, как водопад просто. Даже вот в хорошем смысле это таким художникам, таким людям завидуешь, потому что они могут, если они могут в жизни так плодотворно работать, и может быть очень трудно все идеи воплотить в жизнь, но надо стараться максимально. Я сейчас, когда буду показывать какие-то работы, конечно, тоже стараюсь, кроме живописи, что-то показать. И мне будет очень приятно, если я смогу достойно показать свои эмоции, свое это впечатление от этой поездки. Вот. И думаю, что я в том числе и другие члены, и другие вот наши коллеги, с которыми ездили, смотрели, согласятся со мной, что очень большую роль сыграла вот того потрясающего, хорошего впечатления от этой поездки, которые у нас остались. Очень большую роль сыграла в этом Лора. Когда ходили к ним в гости, в мастерской или в дом, мы видели там очень много работ, которые были, некоторые работы Тонино, некоторые какие-то другие вещи, но они настолько профессионалы в своем годе, они одним взглядом различают достойные, шедевральные от обыденности, от повседневности. И, во-первых, она очень творческий человек, видно сразу, она очень энергичная, и она настолько глубоко и хорошо знает все, начиная там от Тонино, и вообще про историю Италии, она очень много интересного рассказывала, до такой мелочи, что я думаю, что многие итальянцы, может быть, этого не знают. И сразу видно, она настолько любила этого человека и любила и любит вот все то, что он делал. Я получал огромное удовольствие, общаясь с ней, слушая ее. Это очень большой опыт лично для меня. Сначала, когда приезжаешь в какое-то незнакомое место, где ты никогда не был, надо немножечко осмотреться. Должно быть какое-то вот какое-то буферное время для того, чтобы увидеть, потому что там суета, переезды, это совершенно новое, другое место. Надо его увидеть и почувствовать. И вот проходит какое-то время, как я начинаю ходить на этюды. Сначала я иду и смотрю, что же мне родное, красивое, что меня привлекает. Сначала, конечно же, нравится все, и что-то выбрать очень тяжело, потому что даже какая-то наступает паника, потому что везде красиво, везде что-то невероятно незнакомое, все это хочется как-то впитать и изобразить, но надо себя заставить выбрать что-то одно и начать писать с натуры. Тогда происходит какое-то такое... вживание в образ, вживание в это место, в которое ты приехал впервые. И уже следующие этюды уже становятся понятнее, чем именно это место такое не похожее на все остальные. И вот в Италии это, наверное, свет, и то, что меня во Фронтино поразило, вот эта вот графика холмов невероятная, плавная. И как эта графика становится живописью. Вот как эта линия приобретает такую живописную туманность, и как она уходит вот в это итальянское
термин «сфумата», как она становится такая сфуматированная, эта линия. То есть там какое-то удивительное соединение графики и живописи. Ну и, конечно же, то, что это очень похоже на пейзажи у Пьера Дели Франческо, вот такое впечатление, что вот мы попали в картину. Я много думала, зачем же я этим занимаюсь. У меня есть ответ. Это мой способ познания мира. Это то занятие, благодаря которому я чувствую себя благодарной Творцу за то, что я живу, за то, что я вижу. Потому что ну, другие есть тоже, конечно же, приятные занятия, но это вот именно способ познания мира, когда я сажусь, умиротворяюсь, начинаю думать, как закомпоновать. То есть как-то вот, ну вот, видимо, это занятие как-то больше всего подходит мне по ритму, по какому-то такому, по созерцательности, вот, подходит моему темпераменту и вообще моей душе. Да, это правда такой способ познания мира. Потому что как ни смотри во все глаза, пытайся запомнить. Я пыталась писать какую-то там, ну не поэзию, но прозу. Не то. Оно так вот как-то не фиксируется. А вот если я рисую или пишу, оно просто остается, ну, наверное, на всю жизнь. Я помню какие-то картинки с самого-самого раннего детства. Там находятся какие-то детские натюрморты, гуашью, акварелью. Я вспоминаю вот до такой, до с фотографической точностью, там я могу сказать, там, какая была, какого цвета драпировка, какой на ней был орнамент, какие были там цветы, какие там чернобрывцы. И вот оно вот как-то отпечатывается и какую-то такую ударит, в общем, какой-то такой свой мой мир. И вот такой вот у меня ответ. Для меня, как вот такой девочки, родившейся на Киевской окраине и что-то себе мечтавшей, скажем, может быть, быть художником, вот вдруг попалась книжка под названием «Муки и радости» Ирвина Стоуна о Микеланджело. И вот эта книжка, ну это смешно, но оно так, в общем, жизненно. Ну, как бы стало таким акцентом в моей жизни. То есть вот я прочитала все, что где бы я хотела жить, где бы я хотела работать и что вот как бы попасть в этот мир. Вот. И она для меня определила и помогала, в общем-то, на каком-то моем этом сложном продвижении в художнике. Поэтому я очень берегла свое вот это чувство, чтобы так очутиться, да, вот в Италии, чтобы почувствовать ее, да. Но это то, чем я, в общем-то, живу. Видно, вот жизнь дает то, о чем ты думаешь. Мне хотелось, ну, как бы приоткрыть тайну, вот просто немножко открыть что-то другое, не просто мимо проехал, а чуть-чуть пожил, да, вот как бы чуть-чуть прикоснулся. Я говорю чуть-чуть только потому, что это же нереально просто открыть все, да. Но просто почувствовать себя вот в этом пространстве. Все равно тайна осталась. И, наверное, ее никогда не до конца вообще невозможно ощутить, но вот если получится, мне бы хотелось сделать работы именно на вот это соприкосновение там меня и тайны вот как бы моей Италии.
персонажи начались с вокзала в Милане. То есть это мы окунулись сразу в городскую среду, и первый же завтрак в кафе у Миланского вокзала совершенно был потрясающий. То есть сразу от интерьера до персонала этого кафе сразу мы почувствовали и ритмы, и темперамент, и, так сказать, всю прелесть именно этого города. Ну, наш темперамент, нашей делегации, думаю, не уступал темпераменту итальянских. Вот. Поэтому, действительно, вот для меня вот история персонажей, история тех людей, с кем мы встречались, она была вот как бы доминирующей. Ну, естественно, там все, что мы видели в музеях, ну, это был, то есть, великолепный такой вот фон изучения просто вот типажей и вот образ жизни встречающих нас персонаж. Ну, еще раз повторюсь. Собственно говоря, нет никакой вот отстраненности от пережитого пленэра. То есть еще ты там, еще ты в этих, купаешься в этих пейзажах, в этом общении с людьми, и нет как бы ощущения, что это было давно там, или это было не с тобой, или это было все неправда. То есть оно настолько было захватывающе и разнопланово, так скажем. То есть думаю, что к выставке еще ребята сделают вещи, которые по впечатлениям своим будут как бы равносильны, скажем, пленэрным вещам. Любое наше путешествие превращалось в сказочное. И, конечно же, Италия не оставила нас равнодушным. Например, в Урбино во время посещения музея нас настигла церемония вручения награды одной журналистки. Это происходило очень помпезно. Во внутреннем дворе музея был симфонический оркестр. Въезжали на территорию этого музея граф и графиня в национальных костюмах эпохи Возрождения. Все было невероятно красиво. И дальше мы посетили также дом музея Рафаэля. Ходили по залам, смотрели его картины. И когда мы вошли во внутренний дворик, мы увидели там птичку. Попугайчика, да. Мы увидели попугайчика. Мы начали с ним перекличку. Тут же выбежала в окно его хозяйка и начала с нами разговаривать на итальянском, естественно. И это дало нам некую атмосферу той Италии, в которой жил Рафаэль. Во время поездки в Италию меня очень сильно поразили оливковые деревья. Каждое оливковое дерево имеет свою характерность, свою неповторимость, свой образ. Переплетение ветвей, переплетение листвы – все это создает невообразимые волшебные орнаменты. И поэтому для меня каждое дерево является своего рода арт-объектом, который можно просто брать и переводить на холст, даже ничего не выдумывая, не добавляя. Поэтому, конечно же, возникло очень большое желание постараться и попробовать максимально передать это с натуры, а уже по приезду в Украину домой, уже, конечно, по впечатлениям создавать какие-то работы, потому что собрано материала очень большое количество, и
рисовать, не перерисовать. Какой сегодня был у меня счастливый утренний момент. Да. Я лежала, и надо мной вот так вот велась, пролетела бабочка. Вот она велась, 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 велась. И потом потихоньку пошла к Тонино и села на скалу. И вот понимаешь, вот эта нежность бабочки, которая сначала у меня, а потом на скале Тонино, это было как будто наше вот общение, понимаешь, наше дыхание. Оно как бы совпало. Его уже космическое, а мое здешнее. Через бабочку. Потому что любовь – это сильнее смерти. Я всем это говорю сейчас, проживаю такой момент.